Эдуард Мане занимал четкую гражданскую позицию и был ярым политическим спорщиком. Во время франко-прусской войны он остается в осажденном Париже, идет добровольцем на его защиту и по вечерам голодный, больной, измученный, тяжело переживает вести о гибели друзей, скучает от разлуки с женой и ведет яростные споры с Эдгаром Дега. Сходится в итоге на том, что не прощает бегство Золя из Парижа, мирятся. Но это будет уже в 1870 году, когда война положит конец правлению Наполеона III, а Эдуара Мане доведет до нервного срыва. А за несколько лет до этого недовольство Мане француза правлением императора прорвется лишь в одной напряженной, политически заряженной картине. Расстрел императора Максимилиана был обречен. Такую картину не отправишь в салон и даже не покажешь на собственной выставке. Ее запретили, и до самой смерти Мане полотно не видел никто, кроме близких друзей художника. Здесь не обойтись без предыстории. Расстрел – это быстрая, дерзкая и вполне конкретная реакция на одну из самых постыдных кампаний Наполеона III. Тщеславное завоевание Мексики, политический переворот, позорное бегство французской армии из этой заокеанской страны. Наполеону хотелось провернуть что-то вроде египетской кампании своего знаменитого родственника, а заодно подобраться поближе к Америке. Французская армия свергла местного правителя Мексики и усадила править здесь марионетку Наполеона III, императора Максимилиана. Все бы ничего. История не оригинальная и не новая, но только французов надолго не хватило. Содержать армию в Мексике оказалось дорого и совершенно нелогично. Армию вернули домой, а императора Максимилиана оставили разбираться с мексиканцами. Когда мексиканцы расстреляли чужака Максимилиана и французские газеты об этом сообщили, Эдуард Мане задумал новую картину. Свой единственный шедевр на основе исторического события. Страстный исследователь творчества Мане и один из лучших современных британских арт-критиков Вальдемар Янушчак говорит: «В истории современного искусства есть всего две картины, на которых с достаточной силой и эффектом запечатлены события своего времени – Герника, Пикассо и расстрел Мане». Мане удалось не просто рассказать о событии, а вовлечь в него зрителя. Глухую серую стену на заднем плане Мане выстроит только в третьей версии картины. На первых версиях эскизах с расстрельной группой простирался сухой лаконичный пейзаж. Солдаты тоже сначала были одеты сомбреро и вполне походили на мексиканцев. Потом, переодев солдатов в французские мундиры, Мане бросит вызов и обвинит французов в соучастии, а французского императора в убийстве. Это его черты должны были опознать современники в лице того солдата, который готовит ружье к финальному расстрелу в упор. Это он, Наполеон III, убийца Максимилиана. Но кроме зевак, наблюдающих из-за забора за казнью, на картине присутствует еще один наблюдатель, который был рядом и ничего не сделал, чтобы помешать. Это вы. Это вы отбрасываете тень в нижней части картины и спокойно наблюдаете за казнью императора Максимилиана. Каждый из нас –